Избранные чудотворцы и преславные страстотерпцы Христовы, украсившие души свои добродетелью и пришедшие поприще временной жизни в страсти Божией, молите Христа Бога Егоже, даже до крови возлюбили исте, да спасет от бед и напасти и вечной смерти всех с верой притекающих и с любовью зовущих к вам. Радуйтесь, святые страстотерпцы Борисе и Глебе, теплия нас пред Богом молитвенницы. Ангельским чином радость сотворили есте преславная Двоица, целомудренный Борис, с кротким Глебом житием своим, за них Христа ради приходящее царство земное оставшее Господа от сия души возлюбисте, сего ради и мы, благодарящие Бога, показавшего в вас силу благодати своя, с любовью вопием к вам. Радуйтесь, яко вкупе с отцем своим князем Владимиром суетных богов уклонистеся. Радуйтесь, яко ко истинному Богу всей душею прилепистеся. Радуйтесь, прекрасней цвети новопросвещенной земли русские. Радуйтесь, пресветлая звезды пресносущного света Христова в стране нашей. Радуйтесь, чистоту душевную возлюбивший. Радуйтесь, дом Духа Святому себе соделавший. Радуйтесь, святые страстотерпцы Борисе и Глебе, теплия нас пред Богом молитвенницы. Видевши, яко в мире сем, вся суете и тлению причастна, из млада Христа возлюбили истие честнее братья Борисе и Глебе, жизнь бесстрастную стяжавши славней целомудрия рачителие, тем же от страстей душевных и телесных молитвами своими освободите почитающих вас и поющих Богу Аллилуйя. Разум свой просветив книжным учением, чтение божественных писаний, наипаче же душеполезных повествований о страданиях мучеников, зело возлюбилось и блаженней Борисе, ими же себе и брата твоего Глеба назидал иси, Господа Иисуса Христа со слезами моляще, да не увлекутся суетою мира сего, но да последует стопам святых мучеников, сего ради примите от нас, святые братья, похвалы сицевые. Радуйтесь, путь правый в Царствие Небесное обретший. Радуйтесь, сим путем невозвратно шествовавший. Радуйтесь, разум свой в послушание веры предавший. Радуйтесь, сердцем своим единому Христу служите вожделевший. Радуйтесь, русские земли удобрение. Радуйтесь, всего мира пресветлие светильницы. Радуйтесь, святые страстотерпцы Борисе и Глебе, теплия нас пред Богом молитвенницы. Силой благодати Божией укрепляем и крестным путем евангельским житие вашим шествовали исте, благовернее Борисе и Глебе, тем же и нас молитвами вашими от всех козней лукавого дьявола укрепите, да непреткновенно возможен пройти путем заповедей Божиих и выну воспевать и Аллилуйя. Имуще предумными очима своим образ Христа Господа, усерднее подражатели Ему в житии вашем явистися, получивши же от Отца вашего князя Владимира во обладание града Ростов и Муром, о насаждении в земли вашей веры Христовой и благочестия паче всего потрудистися, и правосудием, кротостью и смирением и милосердием к бедным, любовь народа своего стяжали исте добрые страстотерпцы Борисе и Глебе, сего ради примите от нашего усердия к вам похвалы сицевые. Радуйтесь, вернее ученицы Спасовы, радуйтесь, благочестие столпи непоколебимы, радуйтесь, родителей ваших с любовью почитавшие, радуйтесь друг друга и братья свою искреннюю любовью возлюбившие, радуйтесь целомудрие ревнителие, радуйтесь девство и чистоты хранителие, радуйтесь святые страстотерпцы Борисе и Глебе, теплия нас пред Богом молитвенницы. Буря зависти и злобы одержим, брат ваш святополк окаянный, страсти и прельстився властолюбие, лиши вас земного царствия, святые Борисе и Глебе, Христос же бесконечное царство вам дарова, ему же с ангельским войством предстоящим молитесь о спасти любовью поющих, Аллилуйя.
слышал святый князь Борис, на реце Альте стоя свои своими о злом умышлении святополка, яко хочет его убить и не емлеши веры тому, не чаешь обо таковые злобы от брата, обаче смущавшися мыслью и печалью одержим, вшед в шатер свой со слезами молявшися Христу Богу и Пресвятей Богородице, и повели иерею утреннюю пети, весть же прием, яко приближишася уже убийце, прилежнее нача молитесь, да не поставит сего Господь святополку во грех, и се внезапно подоша на нь убийцы, и копии прободоша его, не помнозе же времени, яко агнец непорочный заклан быть на реце смедыни и блаженный Глеб. И так опресташа святие братья, вкупи в небеснем царстве Христу Богу радующийся, мы же почитающим мученическую кончину их усердного пием. Радуйтесь в горних селениях со святыми мученики и со всеми святыми Пресвятей Троицы предстоящие. Радуйтесь непрестающим весельем наслаждающиеся. Радуйтесь, яко богатство исцеления верующим изливаете. Радуйтесь, яко от внезапной смерти почитающих память вашу избавляете. Радуйтесь, яко весельем духовным сердца наши исполняете. Радуйтесь, яко предстательством вашим пред Богом печали и скорби наши утоляете. Радуйтесь, святые страстотерпцы Борисе и Глебе, тепли о нас пред Богом молитвенницы. Боготечные звезды явистеся, добрые и страстотерпцы Борисе и Глебе, на заре христианства в стране нашей, богоугодным житием своим уверяющие соплеменники спасительности православной веры и научающие благодарнее петь и Богу Аллилуйя. Видевши, как святые братья Борис и Глеб, вожделевши будущих благ, паче же любви ради Христовы, царство земное и слава Его не вочтожив миниша, никак же противящийся заковающему их брату, венцы мученические получиша, песнями духовными люди Русти их прославляют и радостно зовут. Радуйтесь, вселенные заступницы, радуйтесь, стране нашей поборницы на враги, радуйтесь, масляные плодовитые, в дому Божий возрастшие, радуйтесь, фениксы добродетельные процветшие, радуйтесь, врачеве болящих и бесов прогонителие, радуйтесь, в бедах и скорбях призывающим вас с верою скорее помощницы, радуйтесь, святые страстотерпцы Борисе и Глебе, теплее нас пред Богом молитвенницы. Проповеди Христове о любви к ближним последуя, Георгий, верный слуга твой, княже Борисе, душу свою за тебя положи, хотя телом своим прикрыть тебя от врагов, вкупе с тобой убиен бысть. Помали же времени брат твой, благоверный князь Глеб, яко огни не злобив от своего злага раба заклания прият. И так вы трие в чертог небесный в недости, иди же со ангельскими чины Богу вопиете, Аллилуйя. Воссияли есть яко два светила на тверди церковней, свети страстотерпцы Борисе и Глебе, богоугодным житием своими мученическую кончину и показующие нам путь к незаходимому свету Христу. Тем же молим вас тьму неверия и развращения в стране нашей разгнати, да единомысленно все взывают вам сице. Радуйтесь, просветителя русские страны, князя Владимира, отрасли честные. Радуйтесь, корень правоверия, ветви богонасажденные, цвети благоухание процветшие. Радуйтесь, яко во уделях своих Ростове и Муроме идолы потребили есте. Радуйтесь, яко тьму язычества таму прогнали есте. Радуйтесь, яко светом благоведения просвещайте помраченные умы. Радуйтесь, яко теплотою молитв ваших согреваете хладные сердца. Радуйтесь, святые страстотерпцы Борисе и Глебе, теплее нас пред Богом молитвенницы. Хотя явите новый источник благодати своя, человеколюбец Господь, нетление дарова честным мощам вашим, боголюбезная Двоица Борисе и Глебе, знаменьми и чудесы прославия, мы же дивящиеся в вас всемогуществу и благости Бога вопием Ему, Аллилуйя.
Нового Каина, брата-убийца Святополка, победив благоверный князь Ярослав, и увидев, яко многое знамение и чудеса от гробов ваших, святи и страстотерпцы Борисе и Глебе бывает, с радостью поведая всем митрополиту Илариону, и по благословению его создав честь вашу церковь в Вышгороде, где же поставлены бывшие честные мощи ваши, мы же святопразднуще святую память вашу с умилением зовем. Радуйтесь мученическими венцы увенчании на небеси. Радуйтесь дары чудотворений прославленные на земли. Радуйтесь, яко и прежде прославление вашего дивное знамение над гробом вашим являхуся. Радуйтесь, яко столб огненный и свечи горящие там озряхуся. Радуйтесь, яко тамо ангельское пение слышахуся. Радуйтесь, яко при открытии мощей ваших благоухания церковь вся исполнися. Радуйтесь, святи и страстотерпцы Борисе и Глебе, тепле о нас пред Богом молитвенницы. Странники и пришельцы по апостолу явистися на земли боголюбезнее Борисе и Глебе, дольнее презирающе, горних взыскующе, вся помышление к Богу имуще, братней любови совокупившися благочестно по жизни, тем же и нам помозите вашими молитвами добродетельное житие возлюбите, и пейте Богу Аллилуйя. Сею душею всем сердцем возлюбивши Христа и Церковь Его в жизни, времени, братья блаженнее, и по представлении вашим не оставляйте во время благопотребно вразумлять и приступающих закон евангельский и законы церковные, все городе Церковь Святая ублажает вас сице. Радуйтесь, Господи, веяни человеком угождавший, радуйтесь на страже закона Христова стоящий. Радуйтесь в ограде, дорогобуже, жену некую, в праздник святителя Николая, работавшую разрушением храмины я и сушение руки наказавшей. Радуйтесь по триех летих с верою притекавшей ко святым мощам вашим жене, то исцеление подавшей. Радуйтесь двух мужей в Вышгороде, в темницу неповинно заключенных, чудесно освободившие. Радуйтесь сим чудом великого князя Киевского Михаила Святополка, никого же предавать и на казнь по клевете вразумившие. Радуйтесь, святи и страстотерпцы Борисе и Глебе, тепле о нас пред Богом молитвенницы. Всякие недуги исцелять и в земле Русти, дадися вам благодать от Бога, як уже великомученик Георгий во сне явлся некоему слепцу поведа, послав его к вам, той же пришед в Вышгород, пребывавши дни некие при церкви вашей, усердно молясь и получив прозрение благодарнее, возопи Богу Аллилуйя. Ведь и многовещания не могут достойно восхвалить и вас, страстотерпцы Христовы Борисе и Глебе, за любовь и милосердие ко всем человекам страждущим, вся бы страна наша, исполнися славы и чудес ваш, им же удивляющийся с верою вопием вам. Радуйтесь, яко всех призывающих вас с верою от различных недугов исцеляете. Радуйтесь, яко молитвами вашими слепи и прозреваху. Радуйтесь, яко вашим ходатайством храми и безнозие хождение получиша. Радуйтесь, яко в Вышгороде отроку некоего мужа Мирона Огородника, в сонном видении явистися и крестным знаменем сухую и скорченную ногу его здраво сотвористе. Радуйтесь в ограде Турви и Накамартина, тяжсой болезни суща в келье яви посетившей и исцеление ему подавшей. Радуйтесь, яко и всем труждающимся скорой помощницы. Радуйтесь, святи и страстотерпцы Борисе и Глебе, тепле нас пред Богом молитвенницы. Спастися, хотящий от вечной смерти, достоблаженнее Борисе и Глебе, души ваши украсили есть целомудрием, смирением, кротостью и прочими добродетелями, и пришедшие поприще временные жизни венцев неувядаемых сподобистися, и ныне предстоящий престолу Господа славы молитесь прилежно о чтущих память вашу и вопиющих Богу Аллилуйя.
стеная заступления Богомудрия угодница Борисе Глебе есть Отечеству в годину скорби и нестроений, и прибежище всем с верою призывающим вас на помощь во всяких бедах и напастях, дерзновение Бовелия и имущи святие у Христа Бога помогать и спасать его пьющих вам таковая. Радуйтесь неисчерпаемой источнице божественных исцелений, радуйтесь реки чудес и дарований духовных, радуйтесь, яко сущим в бедах и напастях избавления подаете. Радуйтесь ослепленным Владимирцем, князем Ярополку и Мстиславу Ярославичем, церковь ваша на смедыне пришедшим прозрение даровавшей. Радуйтесь Дмитрию Донскому, победите татарского царя Мамая помогший. Радуйтесь благоверному князю Александру Невскому, на помощь противу Велгеросвейского с небес явившийся. Радуйтесь святие страстотерпцы Борисе и Глебе, тепля нас пред Богом молитвенницы. Пение хвалебное и благодарственное приносим дивному в святых своих Богу нашему, даровавшему церкви своей и стране Русь дивных чудотворцев, священную Двоицу Бориса и Глеба, и жены не с ангельскими чины, и со всеми святыми вопиют на небеси. Аллилуйя! Светозарние светильницы незаходимого солнца правды Христа Господа, явистися добропобеднее Борисе и Глебе, земли русские просветители и защитницы, их же ныне священную память совершающего умиление души сердец вопием. Радуйтесь веселье и радование стране нашей, радуйтесь крепости и забрала воинов христолюбивых, радуйтесь престолу Господа славы предстоящей. Радуйтесь зарею трисолнечного света озаренни, радуйтесь, яко отверзошася вам врата Эдемская, радуйтесь, яко лицем к лицу Господа зрите, радуйтесь, святие страстотерпцы Борисе и Глебе, теплия нас пред Богом молитвенницы. Благодать, единение и братолюбие спросите у Бога Отечеству вашему, святие миротворцы Борисе и Глебе, да все люди и русти возлюбят друг друга и единодушно исповедуют православную веру, воспевающую Христу Спасителю нашему песню «Аллилуйя». Поющий добродетельное ваше житие, преисполненное нелицемерное любви к Богу и ближним, мученическую кончину и славу на небесе и на земле по представлении вашим, прилежно молим вас, блаженнее братья Борисе и Глебе, не возмущайтесь о нас грешных и недостойных зовущих к вам. Радуйтесь, Господи, вы верно послужившие, радуйтесь светом и солью земли русские явившиеся, радуйтесь добродетелям Отца Своего подражавшие, радуйтесь вкупе с Ним в радость Господа вшедшие, радуйтесь сонму мученик сопречтений, радуйтесь в лице русских святых славы многое от Бога превознесений. Радуйтесь, святые страстотерпцы Борисе и Глебе, тепля нас пред Богом молитвенницы. О преславнее и причуднее чудотворцы, святые страстотерпцы Борисе и Глебе, примите от нас сие малое приносимое вам моление, и вашими молитвами о престолу Божию утвердите в стране нашей мир и благочестие, церковь святую сохраните от ереси и расколов, и всех православных христиан оградите от враг видимых и невидимых, от неверия и развращения, от бед и скорби, да благодар несущего пием Спасителю Христу Богу нашему. Аллилуйя! О преславнее и причуднее чудотворцы, святые страстотерпцы Борисе и Глебе, примите от нас сие малое приносимое вам моление, и вашими молитвами о престолу Божию утвердите в стране нашей мир и благочестие, церковь святую сохраните от ереси и расколов, и всех православных христиан оградите от враг видимых и невидимых, от неверия и развращения, от бед и скорби, да благодар несущего пием Спасителю Христу Богу нашему. Аллилуйя! О преславнее и причуднее чудотворцы, святые страстотерпцы Борисе и Глебе, примите от нас сие малое приносимое вам моление, и вашими молитвами у престола Божия утвердите в стране нашей мир и благочестие, церковь святую сохраните от ереси и расколов, и всех православных христиан оградите от враг видимых и невидимых,
от неверия и развращения, от бед и скорби, да благодар несущего пием Спасителю Христу Богу нашему. Аллилуйя! Ангельским чином радость сотворили есть и преславные Двоицы, целомудренный Борис и с кротким Глебом, житием своим, за них Христа ради приходящее царство земное оставлюше, Господа от сия души возлюбисте, сего ради мы благодарящи Бога, показавшего в вас силу благодати своей, я с любовью вопием к вам. Радуйтесь, яко вкупе со отцем своим князем Владимиром, суетных богов уклонистеся. Радуйтесь, яко ко истинному Богу всей душею прилепистеся. Радуйтесь, прекраснее цветиного просвещенные земли русские. Радуйтесь, пресветлая звезды пресносущного света Христова в стране нашей. Радуйтесь, чистоту душевную возлюбивший. Радуйтесь, дом Духу Святому себе соделавший. Радуйтесь, святые страстотерпцы Борисе и Глебе, теплее нас пред Богом молитвенницы. Избранные чудотворцы и преславные страстотерпцы Христовы, украсившие души свои добродетели и пришедшие поприще временные жизни в страсти Божией, молите Христа Бога Егоже, даже до крови возлюбили есте, да спасет от бед и напасти и вечной смерти всех с верою притекающих и с любовью зовущих к вам. Радуйтесь, святые страстотерпцы Борисе и Глебе, теплее нас пред Богом молитвенницы. Святые страстотерпцы, боголюбивая Двоица, благовернее князи Борисе и Глебе, из млада всею душею Христа возлюбившие, целомудрие, кротость, смирение и прочие добродетели стяжали исте, и яко агнцы незлобивые, от брата своего неправедное убиение претерпели исте, чистая своя душа в благоприятную жертву Богу принесости, и от него венцы нетленные прияли исте, припадающие к честному образу вашему, молим вас в духе сокрушения и смирения, вознесите своя усердная молитва к всемилостивому Спасу нашему, да подаст нам, чтущим святую память вашу, великие свои и богатые милости, церковь свою святую да соблюдет от ересей и расколов, в чадих ия да оживет дух правой веры и любви, дух ведения и благочестия, да дарует всем нам вся, яже к жизни времени и вечней потребны. Ей, святые страстотерпцы, ускорите на помощь к нам, як уже сроднику вашему благоверному князю Александру Невскому, и избавите страну нашу от врагов видимых и невидимых, от глада, огня, смертоносной язвы, от всяких бед и напастей. Разгоните оближащие ины мрак неверия и развращений. Да мирно и благочестно поживем веце сем, исподобимся христианские кончины и доброго ответа на страшном суде Христа Бога. Ему же подобает честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и Пресвятым Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.